Добрый вечер. Инспектор дорожной патрульной службы. На территории Кингсетского района проводят специальное профилактическое мероприятие, нетрезвый водитель называется. Будьте добры, ваш водитель имеет автомобиль. Скажите тем людям, которые садятся за руль пьяными. Ну как, что я могу сказать, пьяными садиться это вообще просто преступление. Поэтому желаю, чтобы в нашем городе такие не попадались никогда. Ладно, удачи всем. Здравствуйте, капитан Лубницкий, моя фамилия. Операция «Нетрезвый водитель» проводится. Документики нужны ваши? Замечательно. А вы-то зачем появились в общественном месте в сцене опьянения? Покурите. Да. Если вы гражданин России, да. Русский человек, зачем вы мусорите? Уже себя ведете на территории. Я слушаю вас. Вот вы послушайте. Вы выполняете свою работу. Замечательно. Я выполняю свою работу. Какую работу вы себе выполняете? Я... Мусорите? Нет. И находитесь в состоянии опьянения в общественном я месте? Я не спорю. Пассажиров. Одного ребенка. А самого маленького забыли. Так, Наталья Геннадьевна. Чуть правее машинку убирайте, припарковывайте. Товарищ водитель, а почему не пристегиваетесь в ремонт безопасности? Пристегиваться, когда это существует. Пройдемте, я еще штрафик до этого регистрации было, когда поставили машину в учет. По-русски не понимаю. А это что-то стендер, что ли, да? Окей. Те, которые садятся в пьяном виде за руль, вот что бы вы сказали им? Я бы их прибила, честно. Я бы их прибила, потому что из-за таких пьяных идиотов страдают люди.